Капибара. Себя чувствуете? Как чувствуете себя? Матрица. Я херово. Мне неудобно. Мне жарко. Левая нога на красной. Давай, давай, давай. Сделай пищ, давай. Добрый вечер. Kindle CSBR Geek финал начинается. Хочу пригласить для начала команды. Выйдите на сцену, пожалуйста. Сегодня четыре команды будут бороться за титул короля Лига CSBR. Джеритик Бенд. Раунд. Зефтек. И Блэкшип. Хочу представить вам жюри. Артур Шумский, он же министр маркетинга. Саня Завхоз. Наверное, специалист, который, собственно, всю эту тему организовал. Виталик еще смотрит, он будет как-то голосовать по трансляции из группы Даева. Студия канала 849. Будет оценка короля по нескольким параметрам. Это материал, насколько он подходит, насколько прет людей. Подача этого материала и частота. Ну, хочу пригласить The Expert готовиться, ставить и выступайте. Ребята, удачи всем! Голосуют, выбирают, думают. У нас еще уже один конкурс был очень клевый. Вот она, представься. Меня зовут Наташа, вот я здесь с вами. Смотрите, сколько на ней значков, просто вся в значках. Она получает набор офигительных значков, сначала набор мерча нашего. Кепка, тракерка.
Даже у меня нет это такой трекерки. Футбол из СБР. И самая клевая вещь — это трусики с СБР. Результаты голосования, оценка жюри и зрителей. Jerry D. Band, 102 голоса. The X-Band, 101 с голосом. Round and Round, 112 голосом. Black Sheep, 113 голосов. Лен, а может быть спросим у мисс CSBR? Я за эксперт! Мисс CSBR решила лэкшип. Лэкшип! А вы с этой, вы знаете, что надо делать, да? Давайте, давайте все. Вадим из Electric Sunrise, он Томас и Оккульт, и еще множество... Он сделал, сейчас сфокусируюсь, вот, запомните это лицо. За ним будущее, вот эта молодежь, вот она. Бесконечно, это никогда не...